Всем привет, зрители моего канала, с вами Эрникс, и сегодня же мы будем играть в игрушку Roblox, а именно в Place the House DD Beta. То есть это просто самый стандартный Tower Defense, и мы будем в него играть. Сейчас давайте же посмотрим, что у нас есть. Давайте вот сюда зайдем. Day 1, 50 монеток. Так, давайте чуть-чуть выше я себя поставлю. Оп. Так, у нас есть скорость, какие-то чувачки. Я уже немножко сыграл. И у меня в бэкпаке Urns, Collections, Pets. А что случилось с игрой? Ладно, эквипнул. Как выйти отсюда? О, все, починилось вроде бы. Итак, побежали. Выходим. И... О, все. Ну, давайте тогда сыграем какую-то одиночную игру. Ну, а перед началом мы посмотрим коротенькую рекламу. Ребята, у вас iPhone-устройство, и вы хотите поиграть в Minecraft или другие платные игры, но у вас нет денег, чтобы купить их в App Store, я хочу вам порекомендовать новый телеграм-канал SuperOA. Там вы сможете установить любое приложение на iPhone, iPad и другие приложения, которые платные у вас, вы можете установить его бесплатно. Переходите по ссылочке в описании и скачивайте. И обязательно пишите, что вы от меня пришли. Ну, а мы продолжаем к видеоролику. Ну что, ребята, заходим. Итак, один человек. Телепортинг через 0, 1, 0. Все. Пару юнитов у меня уже есть в наличии. Попробуем с ними как-то пройти Tower Defense. То есть тут по левелам все. Итак, у меня третий левел, третья комната. Давайте начнем с первого левела. Difficulty level, давайте один. Самый первый уровень, чтобы посмотрели вы вообще, что представляет себе эта игра. Итак, старт гейм. Сколько мне дают? 500 баксов. Я ставлю вот этого с одной стороны и с другой стороны. Все, наушники что? И просто смотрим, как они убивают самых первых нубов. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь вот такая страшная картина. Давайте уберем чат. Вот здесь вот такая маленькая достаточно карта. Тут еще, кстати, похоже. А, это одинаковая картина. Так, нубы идут пока что. Entrance. Вот это у нас вход, откуда идут все наши мобы. Вот здесь лифт, к которому мы приехали. Интересно, откуда... А тут можно, интересно, посмотреть? Нет, за текстурками нельзя посмотреть, к сожалению. Что вообще там находится. Давайте поставим сборку. А, давайте вот этого поставим. Сейчас. Оп. Все, мы поставили скелетика. Такой скелетик. Его название Skull Knight. Он очень красивый, кстати. То есть, смотри, как он выглядит. Оп. Ну, красиво, короче. У меня бегает за мной маленький мой питомец. Я его назвал Фокси, потому что он похож очень на Nightmare Foxy из Five Nights at Freddy's. Поэтому я назвал его Фокси, очень красивый. И такой у него смешной хвостик. Текс. Ну, пока что они сносят. Вроде проблем никаких нету. Я хотел вот это поставить. То есть это ферма. Все, 900 баксов сразу, все, легко. Так, 1100 надо. Ну, много, кстати. 1100. Есть. Оп. И мы уже не справляемся. Давай здесь спецназа поставим. Думаю, спецназ добьет. Да, спецназ добьет легко. Поставим еще ферму одну. Мне должно дать теперь, ну, много баксов. О, 1600. Кайф. Давайте прокачаем. Этого дорогой прокачки. Давайте его, я хочу его прокачать все-таки. Надо 2000 всего. Пух. 2000 сейчас мы нафармим. Так, давай сейчас по-быстрому. А, не успел. 3000 и готово. А, это последняя волна уже. А, нет, это предпоследняя волна. А мы просто с несколькими юнитами справляемся. Так, ставим, прокачиваем. Все. Этот на четвертом левеле. Вот этого спецназа надо. Special Soldier. Мы его прокачиваем. Последняя волна. Итак, опа, все. Теперь мы можем их продать.
Все. 3000. Апгрейд. А, 3500. Ё-моё, почти что. Босс почти убили уже. И... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Все прокачали. О, какой огромный босс. Нуб, это мега-нуб с какими-то челюстями такими огромными. Кстати, всем желаю приятного аппетита, потому что такая интересная игра. О! Урну выбил. Нифига себе. Слышите, урна это достаточно редкая. Ну, потому что шанс там 1, по-моему, процент на нее. И мы выбили ее, так что давайте. Это знак, надо ее открыть. Кстати, подождите, не коды. Вот это, надо забрать. Тут ничего я не могу забрать, ничего страшного. Так, тогда манали вот сюда. Сколько у меня? 137, давайте сейчас пойдем откроем кого-то. Можем, по-моему, 2 юнита призвать. Если какие-то хорошие... А, томбы, это не юниты, томбы. Так, открываем, можно что-то нормальное. Эпик. А, чумной доктор выпал и какой-то фиг-фиг выпал. Ну, ничего интересного, поэтому давайте выходим. Не-не, не нужны, потому что они слабые. Реально слабые, эпики. Ну, такой. У меня легендарки, рарки. Все крутое. Урна. Шайни урна. Probabilities. Демон. Прайст. Контакт. Это спецназ. Самурай. Сват. Специальный солджер. Ну, короче, все очень редко. И давайте же открывать. И выпадет что-то не очень. Шайни, демон, прист. Ну, шанс там, по-моему, перемотните, гляньте шанс, какие вообще на него. Ну, давайте его испытаем, почему бы и нет. Вместо чего мы можем его взять. Я вот этого челика не брал. Чумной доктор. Что у него по шансам вообще? 20, 140, 0,5. Этого. Так, понял. Нет, давайте анекипнем. Давайте вот этого экипнем, короче. Все, погнали. Думаю, чего ждать вот это. Томить. Все неинтересно. И погнали. Какой-то посложнее уровень выберем, чтобы было интереснее. The House TD Beta. Итак, загрузочка. Я это вырежу все равно. Итак, давайте я выбрал уже уровень. Итак, пошли посмотрим. The floor 2, уровень 2. Grabs up. Что-то там вверх. Так, room 2. А откуда кто идти будет? Ага, оттуда. Ой-о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 й. Так, давайте поставим этого. И давайте вот этого чувачка поставим. Мне интересно вообще, что он будет делать. Что у него по урону? А, что-то у него по урону. Фиго. Хотя, ну, такое. Давайте прокачать, может, его стоит лучше. И поставим, давайте, фермы две. Ферма легендарная, по-моему. Да уж, конечно, они не очень вообще. Вообще никакой он. Реально вообще никакой. Прокачаем этого. Но он сразу, видно, урон наносит какой. А этот какой-то бесполезный. Поставим еще этого одного. А этого мы продадим, потому что он бесполезный. Сейчас мы его продадим. И поставим вот сюда, на место него. Вот этого. Хантера поставим. У него урон 100. Сейчас мы попробуем его прокачать, чтобы у него был уровень... Ой, урон 150. Ну, думаю, это не так уж сложно. А вот сюда вот эту штуку, вот эту, как его, Ghost Hunter. Мы ее поставим сюда, вот здесь. Ну, вот как они пропускают? Что это такое? Почему они пропускают? У нас не так уж и много хп у базы, я скажу. Ну, реально очень мало. Так, фиговенько, скажу я вам, у нас небольшие проблемы. Ну, ай, все, проблема у нас. Давайте сюда кого-то поставим. Я даже не знаю, кого мне поставить. Этих надо прокачивать. Вот 3000 надо, чтобы прокачать.
Итак, давайте быстрее, 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 быстрее. 3000, все, есть у нас 3000. Фух, аккуратно. Главное, без паники, мы должны выиграть. Ну, я надеюсь, ну, по крайней мере, мы должны, по идее, выиграть. Не такие же они уж и слишком сильные. Сейчас мы этого прокачать давай. Давайте прокачаем его на максимум, почти что. Вот эта Ghost Hunter, она прокачана. Ну и все, мы проиграли. 3, 2, 1, 1. Нет? А как? Ладно. Удивлен. Я думал, мы проиграли уже. Угу. Так, давайте еще вот сюда поставим одного. Так. Пожалуйста, мне нужна срочно прокачка. Срочно прокачал. И вот здесь. Давайте прям в конце одного поставим. Может, поможет. Но мы еле-еле как успеваем. Фух, еле как, но мы смогли. Так, хорошо. Давайте этого тогда прокачаем, что ли. Возможно, поможет нам это как-то, не знаю. От этого The Hunter. Ну и мы приплыли. Наверное. Нет. Да, приплыли. Ну, давайте какой-нибудь другой уровень выберем. Жалко, конечно, что мы проиграли, но что же делать? Так получилось. Я когда играл вдвоем, то мне было легче играть, потому что и нас было двое, по крайней мере. Так, давайте поменяем тогда. Мы еще не выбирали вот этого чумного доктора. Так, давайте уберем это. Поставим чумного доктора. Ага, тут они нет. Давайте еще раз один сыграю. Итак, ребята, я телепортировался уже. Я, по-моему, выбрал Room 2. Этот же. Да, этот же, тот же самую карту выбрал. Итак, давайте же поставим вот этого с этой стороны. А, вот этого с этой стороны. Итак, play. И прокачали на максимум. Теперь это на максимум давайте. На максимум. Ну давайте, дотяни. Ну не, они доходят уже. Как так? Ну капец. О, ну мы хотя бы можем открыть. Ну и на этом уже, это уже тоже хорошо. Давайте тогда откроем. Почему он должен постоянно закрывать? Так, панели откроем тогда. Пум-пум-пум-пум-пум. Все, идем открывать. У нас есть еще 50 монеток, за которые мы можем открыть. Итак, секрет есть. Шансом 0,25. Демон бой. Детангл. Сейдж.
А что по легендаркам вообще у нас? Легендари. Вот у меня есть Скул Найт, который 50%, Боун Коллектор, который мне выпал. А мифики? Шэдоу Китти. И все по 4%. Ну окей, давайте. Вау, рарка. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Эрникс. Идем к цели 20 тысяч подписчиков. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем. Пока-пока, ребята.